Хей, йоги, с вами Шимки, мы продолжаем пройдить игру по названию Devil May Cry 5. Так, я немного звука прибавил, блин, я не понимаю, почему я всегда вот так смотрю, знаете, в нижнюю часть посередине экрана, мне кажется, как будто я просто на... гору, блин, но это не так. Мне нужна камеру, либо куда-то переставить, чтобы было более-менее. Либо просто вот так сидеть, вот так. Ну это вообще жопа. Хорошо, поехали. Продолжаем, у нас миссия V. Сюжет. На пути к демонической древу клип от Нера и Ви решили разделиться. Нер встретил опасного демона, подчинившего себе сам свет. После победы над пораженным тьмы выяснили, что в нем находилась леди. Знает ли она что-нибудь о битве с владыком демонов? И об том, кто такой Ви. Мы за Ви будем теперь играть? Нихера себе. Ну что ж, Ви, думаю, парнишка останется только надеяться. Я немного громкость прибавил, поэтому посмотрим. А пока у нас есть более срочные дела. Ой, я таймер запустил. Так, смена игрока, Ви. Выбрать Ви, так... Повелевайте и одолевайте командой тремя демонами, управляя ходом боя с дистанции. Здоровье и сферы так останутся при вас, а навыки вы придется приобрести. Заново все? А, то есть мы еще каждого персонажа будем отдельно прокачивать. Надеюсь, сферы жизни хотя бы останутся. Я не хочу слышать на него тратиться. Могу персонализацию посмотрим для этого персонажа. Если демон Ви, так грифон найти не получит слишком большой урон, они... Форма демона. Ну, не, хп остается, ладно. А замечу, что навыки не могу прокачать. Форма демона, да, вкачаем. Не, нахер надо. Закончить персонализацию. Так, призывайте тени в воздухе или рядом с врагами. И он сразу начинает атаковать их, пока появится. Бля, пошлите попробуем, типа, за Ви сыграть. Призывайте тени в воздухе или рядом с врагом, и он так сразу начинает атаковать их, пока появится. Так, оцените мастерство других игроков с помощью кнопки иконка стиля в конце миссии. Они могут ответить вам тем же, поэтому постарайтесь заслужить уважение друг друга. Это тупо, типа, со стороны ты просто видишь, как другой кто-то дерется, да и все. Выключил я, короче, совместную игру и все такое. Поэтому никто не должен вообще быть. Еще с первой серии. Поэтому как-то так. Какая-то долгая загрузка. По сути, если... Я со стороны посмотрел, он управлял только животными. Я думаю, это жопа будет. Долгая загрузка какая-то. Если вы хотели так передохнуть во время игры, вы можете открыть... Ага, класс. Нам нужно сделать одно небольшое дело, прежде чем идти... К древу. Да. Это пантера. Ну это муравьи. О, значит надо быть поосторожнее. Спасибо, как верно. Ты ведь сейчас жутко... Это какой хрупкий. Да еще людей. Я все что-то бьется, не порог, совсем даже не порог. Тот, кто желает, не найдет действия, плодит чуму. Изящная формулировка. Ясно, Шекспир. Напомню тебе опять. Мы оба любим существовать, так убей этих демонов поскорее. И пока... Так и быть, получше в бою, поскольку умирать. Отстой. Так, все.
Так, тень. Призывать тень. Так, нажмите так, чтобы заставить ее привести атаку ближнего боя. Нажмите колесико рядом с умирающим врагом. Те не умеют добивать умирающих врагов, это должно делать Ви. А, то есть мне достаточно просто один раз нажать. Ну, пока что 50-50. Так, Грифон. Нажмите для атаки. Призыв Грифон вы можете так, чтобы заставить его провести атаку в дальнем бою. Да я его добью. Следующего атакуйте. Так, принудительный ход. Нажмите Shift и пробел по горизонтали. Неудобно, вообще неудобно управляться. Вообще неудобно. С помощью птички я мог, по идее, забираться на высокие эти. Ищиться. Поэтому нормально. Такое. О. А, это момент, когда вот мы, помните, смотрели. Но мне, походу, сюда и нужно. Но мы сейчас пойдем туда перелетим. В ролях Кодекс. Окей. Что вот это за пятно? Какой-то сгусток крови. Ясно. Ой, поле битва. Блин, я думал, можно будет выбирать, за кого играть. Оказывается, нет. Мы, походу, за всех сыграем. А, короче, я не могу атаковать, я понял. Так, Гамбит, нажмите Shift и колесико. Перемещайтесь к врагу к
которого вы прицелились, и мгновенно добиваете любого умирающего противника. Ну ладно. Но, походу, он самый легкий сам по себе. Типа, мне главное, чтобы враги до меня просто не доходили, да и все. А остальное, походу, все равно. Ты быстро бегать, да, не умеешь. Короче, если одно из моих животных вздыхает. Если одно из моих животных вздыхает. Да не говорил, если одно из моих животных вздыхает, значит у меня забирают одну ячейку жизни. Давай, 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 давай. Всё, наконец-то. Вот эти, блин, херовинки очень долго нужно уничтожать. Так, вижу... Ты. Там еще кто-то сидит. Нихера себе, он побелел. Вау, вау, вау. Так, кошмар. Шкала формы демонов ФБ заполняется, когда вы наносите и получаете урон. Так, нажмите F, когда шкала ФД, так, 3. Начинайте так, шкала ФД заполняется до 3 уровня, вы можете или выше, чтобы призвать кошмар. Он будет самостоятельно атаковать врагов, пока шкала не опустится. Походу вот это красненькое, это сколько осталось времени до того, чтобы он восстановился. Давай, 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 давай. А, все, голем пропал. Ну, типа... Как вы видите, я довольно быстро все закончил на 3С. На 3С. Вау. Сейчас бы закончить на 3С. Ой, там что-то еще есть. Так, сфера восстановления формы демона. Белая сфера. Магические белые камни, демонические души. Подобрав сферу, можно восстановить часть шкалы формы демонов. Хорошо.
Блин, он медленно как-то передвигается. Ладно, хотя бы похожу, пособираю. Жалко, что не показывают, сколько я уже подобрал. О, жизненная сфера. Блин, сколько у меня их уже? 5 штучек где-то? А, не, подождите, мы тогда 3 подобрали в этом уровне. Фиг его уже даже знает. Там много. Можно как-то быстро в О. Да, можно немного быстрее передвигаться. Но с вороном, мне кажется, самое быстрое. Так, Пат. Ваши демонические питомцы перестанут двигаться, если получить слишком много урона. Шкалы в левом нижнем углу экран позволяет узнать, сколько здоровья у них осталось. Демон Ви со временем... Так. Демоны Ви со временем сами переходят в себя, чтобы ускорить восстановление. Подведите Ви поближе к ним. Хорошо. Буду знать. А, ну это вы помните, вот тут типа босс был. А там, смотрите, какой-то теперь щупальце торчит. Так, мост... Да. Готово. Снова катсцена. Я сферы не до конца собрал. Осколок жизни. Я вообще в такой, чтобы без вебки вообще и снимать. Ладно. Так, там еще как фиолетовая. О, как раз фиолетовая часть. Скорее всего, она улучшает мою этот. Вы поняли. Так, сейчас возьмем жучка. И не думаю и заполнять еще больше силы. Заполучать. Так, все, демон Нишкель получен. О-о-о. О, попался. Ну, а у меня хоть тут сферы жизни есть. И плюс они еще падают. Там что, кровь? Нет. Я представляю, как я буду этим убивать призраков. Так, из 4 осколков можно собрать сферу. Осколок фиолетовой сферы. Фиолетовый осколок магической силы. Из 4 осталось, может так, можно собрать кристалл, увеличивающий шкалу формы демона. Так, что-то новенькое. Хорошо.
Ну, сейчас, походу, драка будет. Или нет? Блин, все равно задержка, да, я типа осмотрел обзор, типа задержка, это именно миньоны мои работают. Открытый. Так. Новая вражина. Форма демоном. Так, нажмите Q удар или Q удар. Так, потратить один заряд шкалы ФД, чтобы призвать тени и грифону. А, чтобы приказать тени или грифону временно автоматически атаковать врагов с увеличением силы. Повторенно используя команды, так продлевает срок действия приказа за счет заряда шкалы. At your pleasure. Да, он типа автоматический плюс. Летает и убивает. Так, держите Е, чтобы заполнить шкалу ФД. Во время использования вы будете... Воу-воу-воу-воу! А можно атаковать? Бац. Бац. Бэм. Еще SCC. Получается, я могу просто заряжать ярость, просто стояв. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Ха, все, хватит. At your pleasure. Брешь книгу, пожалуйста. Знаешь, что я сейчас зря трачу энергию? Все, я понял, ладно. Нормально. Человеческая кровь есть источник его мощи. Нужно порвать этот источник. Читай книгу. The angel that presided on my birth said, little creature formed of joy and mirth, though love without the help of anything on earth. Ой. Ой, я тихо убираюсь, ворот. Воу-воу-воу, ворот, ворот. Давай-давай-давай, убиваем.
Все? Все, походу. Так, мне как-то туда будет забраться. А ну-ка, если на птичке. Не, так не работает. Жаль. Первым. Блин, там наверху все лежит. Сколько денег? Уже 30 кусков. Я уже чувствую, как мне дают денежку. Ай, фризоиды. А он даже, видите... автоматически летит, типа, туда. Не, ну типа, если деньги можно заработать, почему бы нет? Слайд. Я не понимаю, куда мне идти. Типа, я могу использовать этот жучка и открыть там проход. Типа, куда мне правильнее пойти? Походу сюда, да? Там, да, там какая-то сфера или что-то типа того. Сфера жизни. Еще. У меня детенышей больше нету, ладно. Запомни, что тут есть проход. Но чтобы быстрее бежать, мне нужно вверх смотреть. А я вызывал тебя. Так, сфера жизни большой какой-то про... Фишка. Добивающий. Воу-воу-воу-воу. Давай, давай, это просто закликивание получается врагов. Снова CCC. Вот это самый легкий враг, который вообще в использовании. О, я вижу телефонную будочку. Штёк.
Телефонная будка — это всегда хорошо. Телефон, интересно, смогу ли я связаться с той девушкой? Подожди, сначала должен собрать души, а потом пойдем к девушке. Давай быстрее. Да, быстро ты тебе не занимается. Нужно встретиться. Я сейчас. Да, расслабься. И уже вижу тебя. Скоро буду. Прискакала она. No such thing as too prepared. Ну что, значит, закупим с этим хапенькой. А, блин. Я не хочу покупать еще за него что-то. Грифон. Много траты. Лучше по предметам потратиться. Кошмар. Комбинация тени. Мне нужно такой брать, короче, который быстрый. Это можно взять. Это можно взять. Хотя не, не хочу. Сложное в использовании. Мощь тени. Энергия тени увеличивает защиту тени, позволяет ей выдержать более, так, больше урона, прежде чем ее обезвредят. Давай, мощь тени. Грифона немного улучшим. А трой что мне? Так, блокирует, увеличивает или так признается. Она после восстанавливает мощь после обезвреживания. Атака с фланга. Блокада. Лучше вот эту прокачать. Блокаду. Она очень жесткая, эта атака. Ба-ба-бах. Не, мне не хватит. Я могу фиолетовую сферу купить. Давайте способность стоять. Быстрая игра. О, во. Пипец. А, купим тебя. Улучшим форму демона. А. Так, собираем денежки, короче. Давайте, короче, соберем деньги для того, чтобы сразу улучшить до конца полностью ХП, который я могу именно позволить себе именно купить. И дальше там будем по способностям смотреть. Так, давайте сначала.
А, так мне так мало этот дали. Босс? Да, босс. Был? Увернулся? Нидхег. Ты что, увернулся? Нидхер, всегда не долюбливал. Мелкий гаденыш. Ты кто такой? Туп как пробка, давай не будем с ним возиться, Би. Он все равно не может выбраться из клепота. Сиди себе тут как обычно. Ты что, оскорбил меня? О-оу. Ты оскорбил меня? Кажется, он меня услышал. Я обиделся. Я вас убью! Не в этой жизни. Что воздух птицы, что вода рыбе. То презрение презренному. Начинается туса у нас. Но ты человек. Разве нет, ешь? Ну, давай, атакуй. Атакуй. Давай. Ту головешку. Я здесь. Почему мой гигант не атакует? Атакуй его, пожалуйста. Спасибо. Почему моя киска не атакует? Я не понимаю, то атакует, то не атакует. Давай, что атакует, блин, где? Эй! Ты чё? Разозлился, приятель? Я занят, разбирайтесь тут без меня. А, что, бежать решил, да? Нашел белик корнеплода? Я думал, это полностью все огромное дерево. Мы уничтожили. Ох ты ж, ё-моё. Так, вот это точно не к добру. Ой. Ой, погоди, ты куда? Ты куда на мысу? Удирать, что ли? Видать совсем? Боюсь, этот так противник мне пока что не по зубам. Yeah.
Нам нужно убираться отсюда, к черту. Или прочь отсюда, надо уходить отсюда, прочь. Как-то так Ворон сказал. Сишка, давай, давай мне три Сесилии. Я только искудал. Круто, круто, то-то-то-то-то. 16к у нас. Главное меню, да. Ну что, ребят, на этом мы А давайте сейчас будем сразу досесть смотреть то, что нам дают. Нам сейчас должны видать. Нам должны дать вот этого босса. И... Новые враги еще были какие-то? Не помню. Поехали. Галерея. Оружие может быть еще у нас, точно. Новое. А что ты ником? Герои. Пипец там. Нейру, Ви. Предметы. Белая сфера. Ой, подожди. Фиолетовая сфера. А, только одного вида. Оружие. А, тут они тоже подразделяются. Трость Ви. Точно, с которой ходит так. Трость, с которой ходит Ви. Я однажды так рискнул ее обследовать. Но не нашла ничего необычного. Конечно, металл хороший, проводник для магии и все такое. Но я чую что-то еще. Что-то и... Ну, я чую что-то и... Есть что-то еще. Хотя, кто знает, может она и вправду нужна для того... Только для ходьбы. Что нам нужно? Герои. Ну, поехали, Ви. Да чего же мутный тип? Считай меня параноиком, но, по-моему, Ви настоящий... Так, не настоящее имя. Да ладно. Как бы то ни было, он зовет себя охотником на демонов и достаточно силен, чтобы это доказать. Ну, по крайней мере, его динамические зверьки сил для этого хватает. А сам же Ви добивает врага этой своей тросточкой. Хотелось бы и мне при случае рассмотреть ее как следует. Называется мне узор на его татуировках и при... Так. И призывает к нему его подхалимов. В них источники все его силы. Кстати, говоря, такой силой не может владеть обычный человек. Грифон. Один из демонов, что вечно на побегушках у Ви. Очевидно, так. Очевидно, это птичка любит шокировать публику. Точнее, поражает ее ударной молнией. В моем книгах по динамологии есть упоминание об очень похожем демоне. Но там сказано, что его много лет назад победил никто иной, как Данте. Видимо, просто совпадение. И все же я ни черта больше не могу найти об этом дятле. Тень. Один из демонов, которые не дают Ви пойти в расход. В основном предпочитает костить под большую черную кошку, но при желании может менять свое обличие. Опять же, в древних текстах, которых собирал Орден Меча, говорится о совершенно таком же звере, вот только он никогда не проявлял симпатии к людям. А рядом с Ви эта зверюга кратко, как лютик на ветру. И не надо заваливать, что все дело в любви Ви к животным. Так, кошмар. Последний из демонических приятелей Ви, в отличие от других... От двух других, похожий, чтобы эта тварь думала самостоятельно. Насколько я могу понять, у нее есть ровно три задания. Крушить, ломать и разрушать. Еще одно отличие от двух других помощников Ви. Не могу найти ни единого упоминания о таких демонических ни в одном старом манускрипте Ордена Меча. Что бы это значило? Даже Орден не знает о существовании подобной твари? Давайте его рассмотрим поближе. В принципе, это какой-то голем. Но тут камни. Как сгусток боссов, знаете. Так, и отчет о врагах. Да? Чё новенького? Нитхик. Согласно Ви, эта штука жила в симбиозе с Клипотом. Была паразитом в его в кроне. Еще удивительно, через клипот течет столько крови, что кто-то должен был этим воспользоваться.
его гуманоидное тело слабо, потому что он так и машет своими ручками-щупальцами. Пытается защищаться. А еще он умеет прятаться в клипоте. И безопасно. Если хочешь его победить, придется как-то вытащить эту гадину из ее логова. Да, и еще. Эта тварь тупо как пень. Ну, блин, он вообще был не опасен. Хотя и он вообще сам по себе был не опасен. Может, это потому, что я играю на такой сложности. Человек. Там типа две сложности. Человек и типа туби пизда. Я играю на человека. А что вот это? Странно. Ладно. Не суть. Вот у нас серия подошла к концу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Следующая серия у нас будет дьявольский меч Спарда. Поэтому всем пока.